Для футболистов выбора шортов много, и по цене они. Вот в Чимкенте выбора меньше, и цена подороже, здесь подешевле они. Какой-то не выкладывай. Чего не выкладывай? Чего все? Эти шорты были в шине. Ну, цена вот можете сравнить. Анталия вот тоже футболочка. 150. Товар, конечно, отличается от нашего Вайкики. Во-первых, цена дешевле. Во-вторых, выбором больше. Вот это женские, да, допустим. Джинсы 300 лир. Сразу умножьте на 17. Сумки, да, 100 лир, 100 лир, женские. Кепочки 130, 150 лир. Блин, женские вещи, я не знаю, что снимать. Ну, допустим, такая блузочка 329 лир, 450. Вот модные 450, да? Вот такой вот топ. 230, 120. Ну, даже целое платье можете купить за 280 лир. Товар это турецкий, Вайкики. Я в Шымкенте у себя одеваю только Вайкики. Они хэбэшные. Шортики вот розовые. 200. Девчачьи футболки. Вот. Шикарные, кстати. Сейчас покупаем мы. Качество обалденное, цвета тоже приятные.